Во Владивостоке состоялся показ кинофильма выпускников школы любительской видеосъемки «Владивосток Live 2020». Лучшие работы получили специальные награды. Обучение проходило больше месяца. Сначала студенты получили теоретические знания о создании кино, а после 36 участников разделились на три команды и приступили к работе под руководством опытных кураторов Сергея Миронова, Игоря Болтова и Сергея Шигай. Каждый студент выполнял свою роль. Кто-то работал актером, кто-то оператором. Были задействованы все профессии кинопроизводства. Ребята одной из команд настолько увлеклись процессом, что сняли целых два фильма. Организаторы уверены, приобретенный опыт поможет выпускникам в будущем занять собственную нишу в кино- и видеотворчестве. Посмотреть итоговые работы киношколы можно на портале «Кино Приморья». Екатерина Зверева, Игорь Болтов. Новости на Восьмом.